автовокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Кара, проверяют всех. Очень скоро нас обнаружат. Надо уходить отсюда. Стоп, проверка. Не шевелись. Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну, пошли. Господи, милый, прости меня, я не знаю. О, непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну, ладно. Нет. Простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, милый. Я не знаю, как вышло. Они же были у меня в рюкзаке. На полу лежали. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вы нас просто спасли. Прости, Алиса. Ничего, ты правильно сделала. Найдем другой способ. Стоп, проверка. Адам! Кэра, быстро! За мной! О, слава богу, вы живы. О, Господи. Мы видели Иерихон в новостях. Я так боялась, что вы погибли из-за меня. Как вы нас нашли? Знала, что будете здесь, если живы. Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А где остальные? На границе всех проверяют. Но я нашла человека. Он по реке переправит. Опасно, но другого пути нет. Поедете с нами? Да, мы с вами. Залезайте. Извините, нас задержали. Вас кто-то видел? Нет, нет, вроде бы никто. Деньги принесли? Да. Да, вот. Короче, лот
лодки Бонда. Имейте в виду, там патрули береговой охраны. Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Ясно? За течением следите. Удачи. За нас не волнуйтесь. Справимся. Я долго не понимал, почему мать с вами возится. Но теперь я понял, она права. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. На том берегу уже свобода. Главное не упасть. Биокомпоненты замерзнут. До границы всего полмили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше бы я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Вы там берегите себя. Ну все, на той стороне увидимся. Дай помогу. Мы уже далеко. Можно заводить мотор? Да, сейчас. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете. Играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да, все будет можно. Мы будем как семья. Мы больше не будем бояться. Никто не будет нам приказывать. Ни рабов, ни хозяев. Начнем новую жизнь, свободную жизнь. Вот ты, Кэра, что будешь делать? Что я буду? Я хочу посмотреть мир, увидеть горы и океаны. Я хочу узнавать новое, становиться лучше.
Мы уже далеко. Можно заводить мотор? Да, сейчас. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете, играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да, все будет можно. Мы будем как семья. Мы больше не будем бояться. Никто не будет нам приказывать, ни рабов, ни хозяев. Начнем новую жизнь, свободную жизнь. Вот ты, Кэра, что будешь делать? Что я буду? Я буду лежать на траве и смотреть, как облака плывут. Я больше не хочу бояться. Хочу жить обычной жизнью. Быть счастливой. Я научусь жить, любить. Пойму, кто я такая. Они идут к нам! Они ушли. Алиса, ты как? Кэра! Не бойся, это ничего. Пройдет, заживет. Придется закончить путь без меня. Алиса, ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной, а вы приняли меня в семью. Позаботься о Кэре. Обещай мне. Люта... Вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее переб... Они идут к нам!
Они ушли. Все в порядке. Лютер! Лютер! Только не умирай! Вам придется закончить путь без меня. Алиса, ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной, а вы приняли меня в семью. Позаботься о Кэрри. Обещай мне. Лютер. В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Они идут к нам! Не надо, мы сдаемся! Свободны, Кэра. Свободны. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Они ушли. Ты как? Кэра. Все будет хорошо, это ничего. Мы все поправим, как только доберемся. Все будет хорошо. Его убили! Лютера убили! В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее Давай.
ведь уже так близко. Кэра, я... Мне спать хочется. Нет, Алиса, не спи, нельзя, ты замерзаешь. Не спи, Алиса. Тебе сейчас нельзя засыпать. Прости, Лютер. Мы будем жить, Алиса. Мы доберемся. И будем свободны. Свободны. Да. Да, мы добрались. Мы свободны. Нам больше не надо прятаться. Мы будем семьей. Я устала. Хочу поспать. Люблю тебя, мама. И я тебя люблю. Они ушли. Кэра! Нет, Лютер, нет. Вы целы? Это главное. Нет, Лютер, только не умирай. Вам придется закончить путь без меня. Алиса, ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной, а вы приняли меня в семью. Позаботься, Кэрри.
Обещай мне. Лодка пробита. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Давай, давай. Уже так близко. Мы будем жить, Алиса. Мы доберемся и будем свободны. Мы свободны, Алиса. Мы свободны. Алиса, проснись. Я тебя люблю.